С 10 декабря в Алматинской области смягчают карантинные меры. Будет разрешена деятельность религиозных объектов с заполняемостью зала не больше 30%. В выходные дни в регионе будут работать торгово-развлекательные центры и кинотеатры, правда, до 17:00, в будни до 10 вечера. Кроме того, объектам общественного питания разрешат принимать посетителей в выходные и праздничные дни, однако на проведение новогодних корпоративов и больших коллективных и семейных праздников разрешат. Пока не дают. С 10 числа этого месяца разрешается работа кинотеатров с заполняемостью 30% и шахматной рассадки посетителей. Также разрешена работа ледовых катков и баз отдыха с снежными видами спорта.